А як це можливо, що ввели воєнний стан не по всій країні? Тобто депутати зможуть поїхати на новорічні канікули відпочивати, а мені – прикольно. Ми говоримо о тих областях, по яким Україна граничить з Росією. Це перше. Второе, мы говорим об областях, по которым Украина граничит с так называемым государством Приднестровья, да, непризнанной республикой, через которую Российская Федерация может и достаточно серьезно может повлиять на Украину. И мы говорим непосредственно о той зоне, которая связана с Черным морем. Мы прекрасно понимаем, что очень большой соблазн у наших соседей с севера применить вооруженные силы, военно-морские силы. И действительно, мы должны быть к этому готовы. И насколько мы все вчера видели, наши вооруженные силы потихонечку уже занимают определенные позиции. И я думаю, что россияне это видят и поймут, это немножко их остудит.